Дамы и господа, получил я неожиданно письмо из Германии от Николая и Романа. Отец и сын, коллекционеры. Подписаны на них. Они на меня. Смотрю я их видео. Очень нравится мне канал. Я даже не знал, они мне не говорили. Такой нежданчик прилетел. Вот. Николая и Романа. Я оставлю в описании название канала. Подписывайтесь на этот канал. Очень хороший канал. Мне нравится лично. Я смотрю разнообразие. Меня, в принципе, ничем не удивишь, но у Николая и Романа бывают интересные монеты и банкноты. Давайте посмотрим, что мне прислали из Германии мои коллеги. Так, очень добротно запаковано. Я вообще не знаю, что здесь. Мне не предупреждали, что мне выслали. Я вот когда Роман имя увидел на конверте, понял, что это из Германии, Роман, что это от Николая и Романа. Так, вот такой конверт, тут-то что-то Руслану. Красивый конверт. Заклеенный. Давайте начнем с этого. Тут-то наверное, банкноты. Здесь марки. Интересно. Такие красивые. Эстеры. Письмо. Здравствуй, Руслан. С уважением, Роман. Так, прочитаю. Спасибо большое, Роман. Так, здесь. У нас месяц Рамадана и урожай, поэтому без церемонии. Просто что не нужно, бумаги рвем, так сказать. Смотрите, какие красивые марки. На них что-то типа снежинки наклеены. Очень, очень красиво. Очень красивые две марки. Шикарные, скажем. Да, красота. Давайте, что это здесь? Еще есть. Смотрим. Очень приятно, Роман. Спасибо. Это, по-моему, второй, да, Игорь Медведевич мне из Киева несколько раз конверты присылал с изображением нашей группы за ночь, где я был вокалистом группы. Это и Пиле, и Брайан Джонс, конверт вокалиста группы AC/DC. И смотрите, что еще мне Роман прислал из моей тусовки. Это у нас Новая Зеландия, монета поближе можно показать монету, показывать. Давай вот так, так лучше, наверное. С какого года она? 84-го? Не, 78-го года монета, марка, шикарная тоже марка, 10 центов номинал, сзади бабочка, конверт в идеальном состоянии, просто идеально. И второй конверт Бермуды, это тоже у нас
британские территории. Шикарная монета, тоже 70-х годов или начало 80-х. Марка просто шикарная марка, очень красивая, 15 центов из моей темы. И сзади птица у нас 70, какой год? 8-й тоже, ну да, они... Это монеты всех наций, 70-й год? 73. 73, ох ты, это мой год. Эти конверты, Coins of All Nations, они были выпущены американским монетным двором для нумизматов. Это очень большая коллекция всех стран. И очень шикарная коллекция. Из этой коллекции я собираю с королевой и Африка. Моя тема — это монеты, банкноты марки Британии с королевой, и Африку тоже я люблю. Вот. Нет, просто шикарный сгрывончик. Благодарю, Роман, Николай. Я тоже вам что-нибудь тоже да пришлю. Марки тоже очень шикарные. Марки Австрии. Здесь написано Австрия. Здесь написано Österreich. Шикарные марки. Я такие никогда не видел. Как их называют? Забыл уже. Пост держу. Животе пусто, и поэтому все из головы вылетает. Спасибо большое, Роман, Николай, за такие красивые подарки. Реально очень красивые. Моя тема в идеальном состоянии. Два конверта и в идеальном состоянии. Две марки уйдут в мою коллекцию. Эти два конверта, соответственно, тоже уйдут в мою коллекцию. Просто шикарно. Марка просто сильно мне понравилась. Шикарно. Спасибо всем за терпение, за просмотр. Всем мира и здоровья.